Накануне самого весеннего и, вопреки погоде, самого теплого праздника, Международного женского дня, женщины Десногорска начали получать подарки. Первые тюльпаны были подарены уже 4 марта. В этот день поздравления принимали сотрудники медико-санитарной части номер 135. Нежные и хрупкие женщины, стоящие на страже жизни и здоровья десногорцев. Добровольцы муниципального волонтерского штаба «Добро тут» посетили кабинеты сотрудников и поздравили медиков прямо на рабочем месте. И мы прямиком спешим поздравить наших самых дорогих медиков с наступающим 8 марта и подарить вам тюльпанчик, а еще принести хорошее настроение и улыбки на ваши лица. С 4 по 8 марта женщин поздравляют волонтеры всей страны. Акция носит название «Вам любимые», и добровольцы Десногорска поддерживают ее каждый год. Это самая любимая акция наших милых девушек, а также наших волонтеров. Слушайте, это такая приятная вещь — дарить подарки и получать взамен улыбки. Улыбки и счастливые глаза женщин – вот цель данной акции. И она бесспорно была достигнута. Очень приятно, спасибо. Улыбайтесь. Очень приятно. Спасибо. Неожиданно, если честно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Всего хорошего, удачи, любви, терпения и не болейте, пожалуйста. Спасибо, ребят, большое. Спасибо. А 5 марта прошла акция «Любимые ветераны» для женщин-участниц Великой Отечественной войны. Октябрину Кононенко волонтеры Победы поздравили лично. А Веру Соловьеву поздравят через ее дочь по причине плохого самочувствия. Целую неделю волонтеры собирали в социальных сетях пожелания от благодарных десногорцев, которые они и передали героям войны. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.